Это Фил. Он иностранный турист. Фил прилетел в Россию, чтобы узнать нашу страну и понять нашу загадочную душу. Здрасте, приехали. Фил, ты явно перестарался. День защитника у нас не так отмечают. Обычно мы вкусно едим и громко поем. Еще это время, когда каждый мужчина обязан набрать стратегический запас носков, трусов и коньяка на год вперед. А когда миссия выполнена, мы поздравляем ветеранов и слушаем военные байки. Многие думают, что праздник только мужской. Но нет. Посмотри на наших женщин. Вот Галочка, например. Офицер запаса. Она твой танк за 30 секунд разберет, а теща за 10 соберет. А еще посмотри, какие у нас дети, тюлени и медведи. Вне зависимости от вида, роста и пола, все готовы родину защищать. Я уже не говорю про российских солдат. Как один богатыри. Что, Фил, захотел в нашу армию? С таким-то плоскостопием и одышкой? Посмотри лучше салют. Он в честь защитников России, которые всегда на страже мира и добра.